Вот тебе и погодка. Дождик не обещали, называется. Идем гулять. Да, едем гулять точно. Это да. Мы сейчас будем здесь проезжать. Это что такое? Что-то прорвало река. Снимается. Нифига себе. Это что такое? Не знаю. Это что такое? Это откуда, видимо, вода идет. Это потоп в Крыму. Ядрит Мадрид. Это жесть. Вот почему пробка. Всех туда, а что, почему мы тут едем? Мы уже плывем. Мы уже не едем. Жесть! И там все машины стоят. Это что такое? Это пердец. Извиняюсь. Фу! Вот это пробка. Вот почему. Вот почему машины. Вот почему туда машины. А почему мы проехали? Ну потому что мы полноприводные. И мы в танке. Не знаю. Все стоят, не понимают, что происходит, мы едем. Это было страшно. Это жесть. Откуда такая вода? Вода. Река где-то прорвалась. Офигеть. На Тавризе, короче, жесть полная творится. Машину помыли. Помыли. Сейчас все грязи. Ну, хоть это... проехали. Офигеть. Е-мое. Если бы ехали по праву, там... Мы одни едем, а ага. Там такая... Так, а почему? Я как увидел, что из грузовика там валит вода, думаю, ёлки. Ага. Все стоят в эту сторону. И никто же не едет. Закрыли. Очень странно. В общем, ливень, и в Крыму опять потоп начинается. Это что, там в три ряда стоят люди? Офигеть. Это точно какая-то там река вышла с берегов. В общем, это недалеко от... забыла, как поселок был. От Ленина. Вот здесь поворот на Ленина, и вот здесь Красногорка, все затопило просто. Там что-то все стоят. Смотрите, там стоят. Дорогу перекрыли, посмотри. Перекрыли. Да. Ага, перекрыли, вот. Тут люди обратно ехали. Видимо, из-за того, что там такой вот поток, ага. Видимо, дорогу перекрыли. Вот то есть сейчас... Все направо ушли в офисную. То есть из Крыма сейчас не выехать. Туда обратно. И не... Да. Сейчас да. Еще одна такая же. Офигеть. Ну поток такой был, это же вообще. Да. Страшновато. Да. Страшно. Офигеть. О, машин сколько. Я чувствую, все будут ждать, пока дождик выходит. Да, конечно, все. Это называется ловушка. Таврина встала. Да. Посмотри. Все впереди, все стоят. Причем в обе стороны. Офигеть. Вообще, да, мама? Да, так видишь, там же перегородили, они же не могут выехать. Но. Они только могут обратно в Крым ехать. Да, только в Крым.